Все, 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 давай. Прикол, прикол. У меня бифов ни с кем нет, просто типа я считаю этого человека каким-то немного неадекватным. Именно его восприятие жизни. Вместе, он пытается совместить жизнь, восприятие жизни и типа с игрой, и как-то, не знаю, какие-то вещи пытается стыковать, которые как бы абсолютно не имеют чего-то общего. А я чё, я тоже погнал, мужики. Ладно, в другой раз. Ну куда орёшь тогда? Я эмоционально, сам по себе. Может, челёт? Долгожданные арканы новинку из Каймага уже в игре. Это значит, что их уже можно получить в 15 раз дешевле, а то и совсем бесплатно на тесте. Прокачивая левел в новом ивенте от тесте и на 15, 30 и 40 уровнях, получишь бесплатную трежерку, в которой заряжены только арканы. А если пройдешь ивент до конца, то заберешь еще и ДК-ху. Также проверь себя в новой линейке Crownfall. Обязательно открывай бесплатные ежедневные сокровища. Переходи на сайт, вводи вот этот промокод и получай 15% бонус к пополнению и еще одну бесплатную трежерку. Бля, это как из мувиков каких-то, вот с Ютуба. Просто еще раз, я хочу, на это можно смотреть бесконечно. Ой, блядь. Меня. Я бегу. А где? Что? А где? Я тебе релокейт взял. Что? А я тут. Ебать вообще. Ебать. Я первый раз такое вижу. О-о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 -
I don't know. Каждая игра! Поражение, нахуй! Поражение! Заебало меня проигрывать, я не могу уже, сука! Кстати, вот как-то с Сумаилом ты успел там пообщаться о чем-то? Может, он там что-то тебе интересное сказал? Или ты, наоборот, ему что-то интересное сказал? Да не, он какой-то мужик скромный, стеснительный. Я все, что... Он пришел только вот один раз к нам, когда я уже занял его комп, он пришел к нам практис. Я говорю, типа, о, здорово, легенда. Поздоровался с ним, и все, он сел с Амаром, болтал. Mm-hmm. Пиццу хавал. Достаточно худощавый, еще, я думаю, повыше. А так, это, наверное, мои чисто предположения. Uh-huh. А так в целом нормальный мужик. Тебе он там какой-то респект не отвешивал? Типа, о, Стасяныч, ты там один из лучших сейчас мидеров, вообще красава. Не, не, не. Не знаю, что это за инфа, которую ты вкидываешь, но он мне такого не говорил. Не, ну, и не, я просто спрашиваю, может, знаешь, типа... Случайно такой пернул? Ну да. Он так не ошибается, знаешь. Что думаешь, Серега? Могу, лечу в спину, лечу в туза. Так хотел. Трош. Ёб, ты мне баш давать. Давай еще раз дай. Ты ёб, ты мне баш давать, блять. Ща бай будет. Хорош, мужики, хорош.
Да просто как Ложков забатил, я хз. Блин, вы играете против команды, равные вам по силам. А, надо понимать, что Мейден на самом деле это очень сложный саппорт. Вот чтобы быть полезным на Мейден... О! Вижу парня сосу, 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 сосу. Да я тебе хотел дать. Забери, блядь. Я это... На кэре вы меня вряд ли больше увидите. Я уже старый. Зачем мне? Ну, в Shopify меня тоже звали, да. Ладно уж, чё. Было дело. А, нет, стоп, Shopify не звали. Чё я несу-то? У них же тройка-то есть. Короче, пизду, я запутался уже. Без комментариев. Данька почувствовал кровь! Почуял кровь! Забыл, правда, что у него только блинк, даже Драгонлэнса нет. Ну это позор! Ну это позорище, блин! Ну куда ты, сука, блинкаешь? Только что такую драку... Wait, what the fuck is that? What the... Bro, I can't see anything! Конечно же, я видел все писюны Team Spirit, блядь, еще и измерял их. Под лупой, под микроскопом, наоборот, под уменьшительным стеклом. Итак, Богдан, значит, пишет. Закинь мне выигрыш на Тинькофф, а то на Сбере у меня висит кредит, который нет возможности закрыть. Кидал я тебе последние бабки, твой луз решал мою жизнь. Скажешь, что я дал... Ну да, весь в кредитах и долгах, но это тебя ебать не должно. Я что сам этого говна на дурную голову наделал. Короче, с помощью тебя решил рольнуть, идти ли мне на контракт или нет. Но все же спасибо тебе огромное за контент. Ты меня очень сильно отвлекал от моих проблем и до сих пор отвлекаешь. Я даже не знаю, как правильно выразить свои слова. Короче, спасибо, что ты есть и что ты делаешь этот контент. Ты лучший, мы тебя любим. Каточка, огонь. My way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling rip, don't know how I'm a go. Я, у меня ноль, блять.